Okay. i love you mr Bubs. do you love me too Ooh. yeah i got you i got this on camera <laughs> Приветствую всех дорогие друзья! Рад вас всех видеть. С вами снова Крюга ТВ. И буквально недавно произошла перестановка боевых рейтингов. Перебалансировали американцев, и не только американцев, но сегодня мы будем говорить о КВ1С. Эту машину мы разбирали 200 тысяч миллиардов лет назад, и было бы неплохо взглянуть на нее с обновленным БР. Потому что КВшки ⁇ это те аппараты, которые не так часто мотают туда-сюда, изменяются они не очень сильно. Единственное, что всех, конечно, их затронуло изменение бронепробития, и в данном случае не в лучшую сторону. С другой стороны, им всегда было не так актуально иметь супермощную пушку, как хорошее бронирование. Но, но. КВ1С это тот пример, э, когда ни одним бронированием мы будем живы. И я не то что не понимаю, почему ему дали 4.0, но на своем баре текущем 4.0. Он чувствует себя прям очень хорошо. И давайте разберемся, а почему же, на мой взгляд, это, наверное, лучший КВ, да еще и почти имба. КВ-1С у нас не сильно отличается от своего более тяжелого собрата КВ-1 с пушкой ЗИС-5, но у того остался боевой рейтинг 4.3 и более мощное бронирование. У нас же наоборот броню подрезали, но пушка тем не менее та же самая. ЗИС-5, конечно же, гораздо более интересный, чем Л-11. И пробивает она на камерных боеприпасах топовых, это БР-350Б, 94 мм брони и 83 мм брони на 500 метрах. В общем-то, при помощи такого пробития мы можем нормально на равных сражаться с Шерманами, частые наши враги, Пазиками, тоже довольно регулярно встречаемся, и иным скопом противников, которые можем встретить. Сложности бывают со всякими Черчиллями, но это не слишком частые наши гости, и тем более, если они стоят к налмбом, то прекрасно пробиваются в ВЛД. Там очень даже немаленькое уязвимое есть место. То, которое под наклоном и с низкой толщиной брони. Снаряд хорошо цепляется за наклонные поверхности, этот, а самое главное, он очень мощный. 350Б — это один из самых имбовых снарядов игры, наверное. Он стабильно наносит большой урон. Зачастую это ваншот. Иногда бывают серии ваншотов по 5-10 подряд, поэтому ну, тут не к чему особо мне придраться. Единственное, что баллистика не самая идеальная, конечно, у немцев лучше, но с другой стороны, и с этой вполне хорошо играется, сухо, тепло и комфортно. 650 метров в секунду скорость полета снаряда. Скорость наведения у кваса не самая быстрая, 11 градусов в секунду. Вспоминая свое вчерашнее видео, можно сказать, что вот он, Porsche Тигр, Почему? У него тоже 11 градусов в секунду, но ты говоришь, что он очень плохо из-за того, что он не может наводиться. А кв 1 почему-то с такой же скоростью поворота башни вдруг наводится хорошо и нет у него проблем. Но тут, друзья, есть еще такая тема, как общая подвижность машины, и у Кваса она куда выше. Хотя да, соглашусь, скорость поворота башни далеко не самая впечатляющая. Вертикальных углов наводки также нам не то чтобы сильно много завезли, это типично советские углы, от минус 5 градусов вниз до 25 наверх. В общем и целом, если вы уже когда-то сталкивались с машинами подобной категории, а вы сталкивались до КВ-1С, то понимаете, как на этом действовать, и желательно особо сильно не переть в горные районы. Время перезарядки на экспертах 7,3 секунды. Это не самое быстрое время перезарядки, с другой стороны, и не самое медленное в том числе. Мы неплохо себя чувствуем против наших противников, хотя шерманы стреляют быстрее. Если мы будем говорить про какие-нибудь, допустим, панцеры, они тоже стреляют быстрее. Но разница между этими выстрелами у нас невелика. И хотя это может быть изредка критично, урон нам компенсирует очень многое. И пробития в целом также хватает на нашем боевом рейтинге, поэтому я как-то и не жалуюсь на самом деле. Возможно, стоило бы, это действительно сильное тактическое преимущество при учете равных условий сражения, а их практически никогда не бывает, по сути. А вот теперь мы переходим к довольно интересному моменту. КВ1С это же, по сути, скоростной, облегченная версия КВ-шки, и броня у него хуже, чем у его старшего брата, даже у младшего, у обычной КВ-1. Здесь мы получаем 60 мм брони в НЛД. Здесь мы получаем 75 мм брони в ВЛД и 82 мм брони в башне. Ну и, соответственно, 90 маска. Тут есть довольно своеобразные участки брони по 55 мм. Есть места пересечения с броней башни самой маски. Но в основном, конечно, в лоб башни нас пробивают, и многие. Может быть, шерманы не пробивают на дистанции свыше там 500 метров. И в НЛД, конечно, тоже могут нам засунуть. Но туда уже сложнее. Есть небольшой наклон при веденке, там порядка 75. А если танк сильно выше нас, то и больше. Но и опять же, поверхность не всегда бывает идеально ровной. Борта у нас также попроще, там 60 мм брони, но если мы рамбуем, то сами понимаете, получается где-то под 90-100 мм брони с наклоном привезенной толщины. Этого достаточно, чтобы оттанковать практически все, что угодно. Если воспользоваться кустами, противник будет часто еще и рикошетить, попадая не туда, куда нужно. Не в маску орудия, а там выше, ниже, левее, правее, и тоже не пробивать. Поэтому защищенность КВ-1С все еще на неплохом уровне. Речь не идет про возможность танковать всякие дикермаксы, сау и прочие неприятные вещи, но тем не менее против Шерманов с их орудиями, которые и так едва пробивают КВ и даже немцев, которых можно разводить на выстрел в борт под невыгодным углом, этого достаточно. А в остальном КВ как КВ. Очень прочная крыша, практически невозможно нас уничтожить самолетов при помощи курсового вооружения, да что уж практически в принципе невозможно. Но броня, конечно, стала чуточку попроще. Если говорить о рентгене, то здесь ситуация следующим образом обстоит. Пять членов экипажа, двое в корпусе, трое в башне баки, которые защищают нас, потому что, ну, КВ, сами знаете, стреляешь в бак, а бак танкует. Не всегда, конечно, но часто. И боеукладка на дне боевого отделения. Тут никаких откровений, так как оно и было, в общем-то, так же и осталось. А, хотелось бы заметить, что благодаря этому удалось уменьшить массу танка и, соответственно, ускорить его таким образом. У нас масса опустилась до 41,5 тонны, двигатель на все те же 600 лошадиных сил, и тут, знаете, самое главное отличие не в массе танка, которая понизилась буквально-то на несколько тонн. В процентном соотношении совсем несерьезно. Но в том, какая стала трансмиссия. Если мы возьмем КВ-1, то максималка там вперед 34 км в час, а назад 6 км в час. А вот КВ-1С куда более проворен именно за счет трансмиссии, которая позволяет ему набирать максимальную скорость в 45 км в час, а максимальную скорость назад до 17 км в час. Это очень большое преимущество для тяжелого танка, который тяжелым назвать с такой подвижностью, язык у меня уже не поворачивается. Это, по сути, подвижность, как у Шермана, если не лучше, но при этом с отличной круговой броней. И где-то в углу плачет т 34 эстз СТЗ, который по бронированию нам проиграет, а передвигается немногим лишь быстрее. И обладает, по сути, ну, той же самой пушкой, которая не имеет над нами никаких преимуществ поэтому кв1с является имбой это самый лучший танк на своем бе у советов он очень хорошо защищен он достаточно быстрый в отличие от обычных кв которые действительно тяжелыми танками являются и у него все тоже прекрасное орудие которого на этом боевом рейтинге хватает за глаза ну и в общем то что тут еще сказать я бы рекомендовал на текущий момент времени вам поиграть на данном аппарате вы не будете попадать против обычных тигров первых, поскольку БР-4.0 стал, и, соответственно, часто будете развлекаться именно против панцеров и шерманов. А и те, и другие пробиваются вполне успешно, лопаются очень красиво и позволяют вам развернуть широкую тактическую сеть противодействия вражеским средним танкам, которые думали, сейчас я кабанчиком прошмыгну, меня не успеют спалить. Очень успеют и очень больно сделают за один раз. А если вы будете катать на этом танке взводом, то, по-моему, вы сможете хорошо и достаточно легко выполнять золотые свои пари и набивать себе голду. Ну, понятное дело, что нужно набирать золото именно на более подходящих для рандома танках, и КВ-1С, он будет хорошо смотреться как в соло-игре, так и в игре взводной. Взводом это вообще будет аннигиляция, особенно если вы друг друга прикроете, подскажете и так далее либо если вы просто три рандомных, но довольно хорошо играющих человека. Потому что здесь для нагиба есть все. Осталось только чуть-чуть приложить руки и слишком сильно не подставляться, хотя и агрессивную игру КВ-1С очень терпит и, наверное, даже приветствует. Ну и тогда результаты не заставят себя долго ждать. Делать 5 фрагов за бой вполне реально, можно и больше. Ну, можно, конечно, и нарваться на какой-нибудь Дикер Макс, которому без разницы на ваше бронирование, и получить ваншот. Тут, ну, бывает у всех такое. Поэтому, как я и сказал, строго рекомендую, пощупайте, классная тема, а я пойду пилить для вас новый контент. Напишите, какие машины после ребаланса были бы вам еще интересны для того, чтобы их не рассмотрел, ну или просто какие-то аппараты, которых не было сто лет в видео, или вообще никогда я их не рассматривал. Благодарю всех за просмотр. Не забываем про блогерскую чепуху, эти лайки, подписки на канал и прочее, прочее. А я пойду пилить для вас новый контент. Всем спасибо за просмотр, друзья, и всем пока-пока.